Доброе всем осеннее утро. Рада вас видеть на своем канале. Меня зовут Олеся, кто еще не знает. Как-то эта осень проходит мимо без тыквенных рецептов. Давайте восполним плейлист сегодня с тыквенными рецептами. Кто не знает, заходите, смотрите. Там очень много рецептов с тыквой. Я их собрала отдельно, так же, как и рецепты с яблоками. И давайте сегодня приготовим очень вкусную тыквенную булку по старому рецепту из книги Иды Сави. Берем 400 грамм свежей тыквы, нарезаем ее кубиком, добавляем примерно 50-60 миллилитров воды, ставим на плиту и доводим до мягкости. Пока тыква пропаривается до мягкости, возьмем 125 миллилитров теплого молока, я его просто подогрела в микроволновке до приятного теплого состояния, чтобы приятно было пальцу. 20 грамм дрожжей, я беру живые дрожжи, если берете сухие, используйте 7 грамм. Сахар 80 грамм. Мука у меня уже просеяна, ровно 500 грамм. И из общего количества берем пару столовых ложек с горкой. Хорошо, все, размешиваем венчиком до однородности. Активизируем дрожжи. Оставим сейчас это все в теплом месте. Можно прикрыть полотенцем либо пленкой до поднятия шапочки. Когда тыква станет довольно мягкой, в зависимости от ее сорта, может потребоваться от 15 и больше минут. У меня она довольно быстро стала мягкой. Это сладенькая японская маленькая мини-тыква. И теперь можно взять обычную толкушку для картошки и сделать пюре, либо блендером пюрировать. Чтобы получилось вот такое вот однородное тыквенное пюре. Даем ему охладиться до теплого, приятного теплого состояния, градусов до 40. Пока тыква приготовилась, опара тоже поднялась. Получилась вот такая вот пенная шапочка. Добавим сюда к опаре пакетик ванильного сахара, 10 грамм. И пол чайной ложечки, чайную ложечку по вкусу, по вашему, корицы. Теплое тыквенное пюре. Все хорошо размешиваем. Берем просеянную муку, как я уже сказала, было ровно 500 грамм. Из нее забрали 2 столовые ложки для опары. Добавляем пол чайной ложечки соли. Вливаем тыквенно-дрожжевую смесь. Хорошо все перемешиваем лопаткой или каким-то венчиком, мешалкой, вот как у меня датский венчик. Слегка перемешали. И добавляем вот такое вот почти до конца растопленное сливочное масло. Тесто должно получиться достаточно плотное. Не должно быть сильно жидкое. Поэтому по потребности смотрите, добавляйте еще муки. Забыла предупредить, когда тыкву пропариваете, посматривайте, может еще немножечко водички добавить придется. Я еще буквально 2-3 ложки воды добавляла. И начинаем вымешивать тесто. Поработайте с тестом хотя бы 5-7 минут. При потребности, как я уже сказала, добавьте немного муки. Я возьму еще немного, грамм 30. Подсыпать рабочую поверхность. И повымешиваю тесто. Можете, как я люблю, поотбивать. Не любите, просто повымешивайте. Тесто получается очень красивого, насыщенного оранжевого цвета. С приятным ванильно-коричным ароматом. Можно добавить, кстати, помимо корицы, другие специи для тыквы. Имбирь. Либо готовые специи для тыквы. У меня еще примерно ушло грамм 40 муки. Так и напишу 500 плюс 40-50 грамм. Зависит от тыквы. Сочная, не сочная, более сухая. И посмотрите, я тесто повымешивала. Оно стало более такое гладкое. И совсем-совсем слегка подлипает к руке. Если вы не любите вымешивать тесто, просто вот так возьмите хотя бы немного, несколько минут, минутки две повымешивайте, присыпьте поверхность немного мукой, сформируйте шар, оставьте на 10 минут на столе. Полежит, клейковина разойдется, потом еще минутку-другую просто
перемесить, как бы его сформировать шар, и можно ставить на расстойку. Берем чистую миску, на донышко буквально чайную ложечку растительного масла, смазываем хорошо миску, донышко, бортики, и выкладываем тесто швом вверх, переворачиваем. Тесто смазано, миска смазана, все будет хорошо тянуться и подходить. Затягиваем пленкой и в теплое место примерно на 1 час. Прошел 1 час и 10 минут, тесто вот так шикарно поднялось. Теперь тесто обминаем и делим на 3 равные части. Подкатываем шарики и даем этим шарикам отдохнуть минут 7 на столе. Можно измерить на весах, чтобы были идеально ровные части в плетенке. Я так и сделаю. У меня получилось 3 шарика теста весом 373 грамма. Формируем, подкатываем вот таким вот способом, лучше такой более большой объем теста. Вот такими вот движениями, как бы поворачивая ладошки. И формируется ровный шар теста. Подпыляем стол мукой, выкладываем. Подворачиваем к центру, переворачиваем, помогаем себе мукой при потребности. Несколько вот таких вот круговых подбивающих движений и ровный шарик. Пусть теперь шарики теста полежат, отдохнут буквально 5-7 минут. Пока тесто отдыхает, обязательно прикрываем его полотенцем либо пленкой. Начинаем с того шарика, который сформировали первым. Он отдохнул, слегка подошел заново, раскатываем прямоугольник и сворачиваем рулет плотный. Потом из 3 этих рулетов будем плести плетенку. Раскатываем примерно сантиметров 30 длиной. И теперь просто вот как на любую плетенку, на батон, сворачиваем плотный рулет. И подщипываем обязательно край. Можно теперь подкатать, выровнять, чтобы одинаковой толщины он был. Откладываем его в сторонку и формируем таким же образом еще 2. Готовые сформированные рулеты я выкладываю на лист. Либо застилаю пекарской бумагой, либо я сегодня использую вот такой вот силиконовый коврик. Кому интересно, это IKEA. И выкладываем рядышком. Лучше всего начинать плести с серединки. Обычную косичку. Заплетаем. Заплетаем и фиксируем край, подворачиваем его вниз. И таким же образом в обратную сторону. Тоже фиксируем край, подгибаем. Красивая булочка плетеная, плетенка получается. Теперь нужно ее расстоять примерно минут 30-40. Будем смотреть. Сейчас прикрою полотенцем и оставлю на расстойку. Прошло у меня ровно 40 минут. Вот так хорошо расстоялась, увеличилась более чем в 2 раза плетенка. Теперь можно по желанию смазать либо взбитым яйцом с ложечкой молока, либо желтком. Я сегодня просто смажу молоком и посыплю слегка вверх сахаром. Выпекаем тыквенную булку при 200 градусах примерно 35-40 минут. У меня она выпекалась почти 37 минут. Даем булке остыть на решетке. Я не совсем до конца ее охладила, у меня она еще теплая, не отлежалась. Конечно, лучше, чтобы она хорошо отстоялась хотя бы пару часов. Сама булка получается очень нежная на вкус. Невероятно нежная, невероятно ароматная. Долго не черствеет. Приготовьте, попробуйте. Я думаю, вам тоже понравится.
Посмотрите, какая она нежнейшая, мягкая, в меру сладкая, в меру сдобная, с нежным коричневым ванильным ароматом. Тыква дает тесту сочность, влажность. Тесто такое мелкопористое, достаточно влажное, не сухое получается. И долго не черствеет за счет наличия тыквы.